34 религиозных объединения не прошли перерегистрацию. Согласно новому закону, принятому в прошлом году, все религиозные объединения должны были представить документы до 25 октября 2012 года. Не прошедшие регистрацию до указанного срока принудительно ликвидированы в судебном порядке. Об этом рассказал начальник отдела регистрации юридических лиц Департамента юстиции. Новый закон действует с прошлого года. Цель реформы – систематизация действующих религиозных объединений. По закону о религиозной деятельности и религиозных объединениях, пороговый уровень для создания религиозного общественного объединения поднят с 10 человек до 50 для регистрации местного объединения, 500 человек для регионального и 5000 для республиканского уровня. Пройти перерегистрацию обязаны были все религиозные объединения, однако до указанного срока 5 октября текущего года по Карагандинской области не представили документы 34 религиозных объединений. Таким образом, они ликвидированы в судебном порядке. До 25 октября 2012 года не представили на государственную перерегистрацию 34 религиозных объединения. Все исковые заявления были поданы в суд, и по настоящее время решением специализированного межрайонного экономического суда было принято решение о принудительной ликвидации 34 религиозных объединений. Перерегистрацию не прошли те общественные объединения, чей профиль не религия, а коммерция, образование или лечение. Между тем, закон предусматривает административную ответственность за незаконную религиозную деятельность. В прошлом году по республике насчитывалось более 20 обычных, которые на деле занимаются религиозной пропагандой. На сегодняшний день в Караганде религиоведческой экспертизы положительными признаны 85 религиозных объединений. В связи с отрицательной религиоведческой экспертизы отказано нескольким религиозникам. Из них два объединения мусульманских. Это Таутан Молла и Ахлебейт. Анышел Карбек, Божан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.